Воспитание – процесс, результат которого можно увидеть не скоро, а можно и вообще не увидеть. С духовным воспитанием все еще сложнее. И тем не менее, в гимназии номер 7 почувствовали интерес школьников к духовному наследию и взялись за реализацию социального проекта «Дорога к храму». В рамках проекта здесь на прошедшей неделе прошло открытое мероприятие для учащихся всех арсеньевских школ по теме «Становление и развитие русской православной цивилизации». На мастер-классах мероприятия и на его дискуссионных площадках побывала наша съемочная группа. Социальный проект «Дорога к храму» реализуют в гимназии номер 7 второй год. Это ни в коем случае не навязывание духовности или религиозности. Дорога к храму у каждого своя. Задача педагогов – просто рассказать об этом. Цель данного проекта и данного мероприятия, прежде всего, это, конечно же, привитие учащимся ценностей. Таких ценностей, как любовь к родине, любовь к семье, уважение и любовь к близким, воспитание гражданина, любящего свою страну, семью, родину. В игровой форме, в форме мастер-классов и практических занятий школьники узнали о русских православных традициях, историю православия на Руси. Могли задать вопрос священнику, узнать об ангелохранителях и блюдах православной кухни. А также при помощи старинных богослужебных книг познакомиться с церковно-славянским языком и даже попробовать перевести фрагменты из них на современный язык. Благодаря знанию древних языков, основам, да, современных языков, человек, он лучше начинает понимать язык современный. Вот, так как церковнославянский является предтечей русского языка, то, изучая церковнославянский, человек лучше понимает современный русский. Потому что написание многих современных слов, оно изменено. Вот, некоторые буквы уже вышли из употребления после реформ. А если мы вернем эти буквы, то некоторые слова, они получают совсем иной смысл. То есть смысл. Древнее написание, оно вернее передавало смысл слов. То есть язык был более осмысленным. Мероприятие носило сугубо познавательный характер. Православие – неотъемлемая часть культурного и исторического наследия России. Стать верующим человеком – личное и добровольное дело каждого россиянина. Но знать историю своей страны обязан каждый.